Наташ, привет. Привет. Вот едем за покупками. На шопинг едем, а такой день прикольный такой, как колоритный, любит поговорить, попить там. Мы сейчас поедем. Когда садились сюда в такси, то это я смотрю на него, о, парень из индийского, из индийской драмы. Колоритный. Он сейчас только что это, песенку попел какую-то, так что. Ну, пока еще раз, три раза пропоет, получит по голове. Это вот реально, друзья. Да-да. Пока мы на одной волне, конечно, с ним. Я бы тоже попела. Это Элянь, жаркий, горячий Элянь. Сейчас где-то за 40 температура и 2 часа дня. Ну, будет жарче однозначно, будет жарче. Вперед на шопинг. А что рассказывать? Что вот такие есть штучки для стола, для чего-то. Да, я хочу себе, ну это для стола, но это я хочу себе не для стола, а легкие, для фона. Красивые. Сколько она стоит? 6-8 дирхам, а есть по 5? Ну это как бы не дешево, оно такое, это, прорезиненное, да? Ну вот это мне нравится. А ну вот это покажи мне. Еще вот это есть. Давай, покажу. Вот так вот. О, вот так смотрится. Ну это как-то такое более... Не покажу, знаю. Вообще, что есть, да? Ну, их много таких. За 5 есть. Это распродажа, видите, было 10, стало 5. Вообще, вот такое все яркое. Наташа увидела и просто... И побежала. Как настоящий нюхль бросилась сюда. Нюхль? А, нюхль, да. Нюхль, который любил золото. А вот это, вот это. Тварь, хороший. А вот это, ну, подержи в руках. Может Давай. Быть, вот это в серебре. Ну, вот такая вот. А ну, приложи вот это золото и серебро себе. Нет, рядом, рядом, чтобы они были. Нет, все-таки золото выигрывает. Народ, чтобы вы выбрали. Это тебе на куда, простите? А салфетки делать, я же салфетки вяжу. И мне нужен фон. Да? Ну, конечно, покажем. Так, ну слушай. Вот, и мне нужен. И вот это мне понравилось. Не знаю, но. Даже сильно ты ему увлекается. Вот это мне нравится. А знаешь, а не зацепит ли она салфетку? Вот такая вот она вот есть. Ничего она не зацепит. Такие штучки, чтобы она не рванула ее. Нет, не зацепит. Вот цены классные. Посмотри, это вот 7 дирхам стоит. Это 6. Ребята, ну, по местным ценам, правда, да, классно. Правда, и 10 я сказала, что дорого. Я вот это хочу узнать, вот эту сейчас выберем. Не знаю, а ну давай. На мне, чтобы не просвечивалось. Ну, мне нравится. Ну, давай вот эту возьму и вот ту золотую. Вот и эту вот, золотую? Вот эту золотую. Так, нет, эту откладываю, подожди. Да. Серебряная где была? А, бросай, так, ребята разберутся. На серебро. Стоят 15 человек и болтают. Какую? Правую, выше, левую? Выше, выше, вот эту вот. Вот а что ж ты держишь? Вот эту нет. Эту нет. Все, выбор, народ, серебряная или золотая. Посмотри, вот, вот, не, что, не вот или. Что я говорила. Вот видишь уже? Так мы сейчас выберем нормальную. Вот она уже. Ты не переживай за это. Это не то, за что переживать. Ну, в общем, сейчас посмотрим, сколько она. Мы хорошенькую найдем. Я же просто сверху кладу, и это как фон. Ну, ты не думаешь, что вот это? Просто. Я две хочу, серебро и это, и. А вот это шопинг мне еще нравится, начинается. Конечно, из этого, из, ну, по 14, да, из бисера. Было 19, ну, красиво. 140. А, так она еще с тканью, с подкладом. Ну, она сама давай, по себе, а ну, давай. Она обязана, да не, она не обязана. Очень тяжелая, вообще. Боже, как я люблю блестяшки. Боже. Очень тяжелая. Это моя страсть. Это нормально, прямо очень. Нормально. А вон еще вот это вот. Ну, нет, это такая простенькая. Хотя это как серебряная, но она как более как... Это легкая по сравнению. Нет, не нравится. Все, вот цены сейчас припишем. И вот еще, и смотри. Если узнаем. Сколько это? 9. Тяжелая, тяжелая. Ну, за 90 гривен, слушай, я не знаю, такие цены. Не, ну, красиво какой. Я не знаю, но она такая вот у тебя, такая есть салфеточка красная, она вот если... Положить сюда, по-моему, черная будет просвечивать. Угу. Ну вот эти, давай две. Вот это черное, ну, это. Знаю, уже да. А вот это, вот это. Ну это простенькая, да? Не на воде, а то местные сзади стоят, чтобы там. Да я на них. Не было истерики, стирашки видео. Не, вот эти давай, которые я выбрала. Все, понял. Они будут. Я узнала цену. Добрые. Боже, обернулась, и посмотрите, какая турочка. Какая красота, давай я сколько же она подниму? Стоит? Из стекла. Ну, это правда прикол какой-то, мне кажется. Ну, это, наверное, все. Вот это вот 299. Да. Вот это вот набор, наверное. Я не знаю, входит ли это турочка. Да, входит. Смотри. Смотри, вот она. А, вот большая. А вот еще тоже. И вот ситечком. Боже, красиво. И она лягусенькая. Это... Любим мы в таких вещах залипнуть. За чаек, наверное. Вот так она, это не лягусенькая, это тяжелая. А сколько это стоило? 299? Угу, тогда очень красиво. Ой, я такая легкая вообще. Это легкая, вот нижняя это. Класс, слушай. Ну, добрый, пойдем уже? Да, а то снимать, не переснимать.
Давай, что я побачила. Такая ложка классная, такая тяжелая. Как я говорю, рождаются золотой ложкой во рту. Thank you. О, клади, клади, не будем таскаться. Вот тут она стояла. Красота. А its price, Гена, it's for all this? Also only this, yes? Only this one, the price is $68. Ага. А all price? All price for this set. All price? No, this is not a set. It's one piece. Like this is set. This is set. А, вот. А, я бачу. 55 две штучки. Yes, 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 А это сколько стоит? А это из чего-то оно? О, это типа металл даже. Кстати, узнали цену на видео. Золото, зараз, зараз. Золото 10, а это 8. Золото, золото без скидки 10, это 8, 10 да? Дирхам, а это 8 со скидкой. Нам а вот еще такая стоечка для чего? Для фруктов, для пирожных. Ну вот эта ложка мне нравится золотая. Боже, она такая тяжелая. Каретку дали. Она реально тяжелая. Я тут отображаюсь даже. А, нет, телефончик. Зашли в первый магазин и пропали. О, это удобно. Также такие шлепанки нашла, шлепочки-шлепанки, смотрите, с бирляндиком прям. Напоминает, народ, Золушка не пробегала здесь, у тебя вторая туфелька-то есть? И почем такая красота? 100 с чем-то. 100 с чем-то дирхам? Мне так нравится. А помните это видео, как эти тапочки Наташа покупала? В Абу-Даби, так, ладно. А ну, мне здесь так нравятся блестяшки, это что-то уже, наверное, клиническое. Но мне все равно. Слушай, оно блестит вообще, Сваровски. Сваровский. Так сколько она? Посмотри, сколько она стоит. Так, 129. Ой, отпустите, Наташа. Отпустите мою ногу, я сейчас упаду. 129. Смотрится, конечно, страшненько. Ну, не знаю, неудобно тебе будет. Составил на холодную ногу. Блестяшка. Мне нравится Наташин юмор, на холодную ногу она говорит. Дальше покажу. Это за 99. А это шлеп. Вообще-то я хочу шлеп. А ну, поверни, поверни. Я же показываю нашим подписчикам. Это такой стайл бабочка какие-то. Это какие-то более интересные, прикольные. Это, кстати, эти больше нравятся. 99. Боже, капец. Что за цель? Потому что эти какие-то, ну, блин, я не знаю, как нереальные. Как какие-то. Ну, уже те времена, когда 8 лет назад было по 20 дирхам, прошли. Кстати, 38-го нет, только 39-й, 30-й. Нормально тебе вроде бы. Да, здоровый. Здоровый, да? Ну, что, а я люблю, когда у меня так спадает ну, чуть-чуть. Куда? Не наступят на задишку. Угу. Ну да, я сейчас. Так я спроси у мальчика, может есть? Да нет, там оно висит, если оно на витрине там. О, чтоб я не убежала далеко. Сейчас я давай я дойду. Что ты смеешься? Ничего так, тапочки валяются типа. Слышишь, распродажа, покупай два, один бесплатно, нормально? Вот, Наташа в котиках, ну типа, помните футболку мяу-мяу? Не вся в шопинге на костылях, а эти котики тоже, это ты купила, ну, в Эмиратах, только не помню, в каком магазине уже. Здесь же. Только когда еще можно было за притомные гроши купить? Не знаю, друзья, что вы пишите. Ну, честно, мне нравится, когда обувь чуть больше на размер. А блестяшки? Как блестяшки вы? Офигенные, я конечно. Сошла. Мне все нравится блестящее, светящее. Немножко в тени, но, надеюсь, хорошо видно. Что втянуть? Не в тени, в тени. Ну, говорю, ты в тени. А я думала, мне пальцы втянуть. Наталья, втягивайте все, что есть. Я думала, мне пальцы втянуть. Так, пока Наташа втягивает и думает, вы можете написать коммент и лайк. Будем очень благодарны. Смешно, переснимаем третий раз уже, что телефон никак не переворачивал. Вот, за 30 дирхам нашли магазинчик. 30 дирхам стоит вот такие вот прикольные... Даже не знаю, тапочки, это не туфельки, что это такое? Шлепки. Ну, шлепочки. Что-то это совсем, да? Не шлепки. Шлепки. Но мне не нравится. Да? Я уже сейчас смотрю. Я хочу закрытый. Да, закрытый хочешь. Ну вот такой магазинчик мы сюда завернули, потому что много людей было. И тут цены от 90 до от 30 до 90. Вот наш пакетик покупочки уже. Ну и вот такие прикольные туфельки. Вот эти вот Наташа мерила. Ну, телефон это не снял. Наташа все-таки будет меривать третий для вас. Раз, да? Да. Третий если раз. Сколечко решила все рассказывать, всю нашу кухню, да? Да. Вот такие прикольные. Слушай, что это не 65? Я встану, я их куплю. Вот реально. Наташа уже три раза мерила. Они такие классные. Ну, прикольные реально. Ну, реально я в них как раз к тому платьишку, что у тебя есть, к красному платьишку. Да, не говори совсем. Это будет вообще. Агень-бимба, да. Да. Ну, такой вот магазинчик. Местные уже ушли, можно его снять.
по 50 что-то есть такое вот. Вот прикольные распродажи по тоже по 50. И вот по 30 мы здесь высмотрели. 30 вообще ничего, $8, да? Понятное дело, что не кожа, но, ну, не знаю. Ну и недорого. Нету черного, ничего больше. Ну вот черные только. Это сюда. Это черные. Ну вот такие можно еще. А, нет, да, а это меньше. Не, ну. Ну, I want this. Даже хочется вот такие, но ну, вот такие, черные, типа, вот, закрытые. Да, закрытые. А это вот открытые. Добро. Идем дальше. Да. Вот уже я выбрала, ну не себе, а на подарок. Вот, нам заказали стринги, ну прикольный Mark & Spencer. Ну, мы уже и показывали в магазине, реально классная фирма. 49 стоит 5 штук. А вот это вот Наташа, конечно, хотела выбрать. Это другой, это High Legs, такие высокие такие бедра. Но все 70, не 75, 70. Но все равно офигенно дорого. Нет, 75, это ты в Сарах. А, это господи, да, 75. Саудийский. Ну, хотя расцветка обалденная, классная. Мне нравится реально. Но 75 дорого брать не будем. Хотя, слышь, полосочку, что это за жизнь полосочку? Не знаю, конечно. Распродажа так себе. Ну, для распродажи вообще. Не, не распродажа. Когда мы попали, Наташу купили много всего, тогда было прикольно. Сейчас, ну, берем такое на подарок за 49 и классно. Ну, вот смотрите, друзья, Наташа для себя выбирает. Покажем сейчас вот. Это вот, конечно, очень классный такой фисташковый цвет. Это, ну, интересные цвета. Это, конечно, какой-то попростецкий такой. Ну, и бабочки прикольные. Слушай, а там черный в бабочках, что-то вот это вот розовато, непонятно. Ну, вот это классно, вот это. Ну, мне вот это, вот это нравится, фисташка, потом непонятно, что лес. Так меня женщина сейчас снесет. Ну, ладно. Распродажа просто, наверное, немеренная, что вот народ... Вот первая меня снесла. Толпится. Так, и шоцы вот это синие и розовенькие, да? И сколько они коштуют? 49. 49. Ну, 49. Вот бабочки. Если бы мне вот эти черные бабочки, смотри, я взяла тут черные бабочки, да, например. Отсюда бы я взяла какое? Боже, можем отсюда... напихать сейчас. Слушай, она... напихать. Она еще я вообще второе взяла. Наверное, из-за фисташки. Здесь бы я ничего не взяла. Ну, вот только фисташки, фисташки. Ну, фисташка убираем, все. Да. Упс, извините. Сейчас то, уберу. То, вот смотри, я бы эту черную бабочку поменяла на этот розовый. Хотя розовый тоже симпатичный. Нет, все-таки мы правый. Это, конечно, не делаем, но и не даем лайфхаки, но можно же открыть и... запихнуть. Блин, бабушку, какая ты умная. Да, можем. Вау. Ну так же не можно, да? Продавщица прошла, улыбнулась. Хорошо, что она, наверное, не понимает, что мы говорим. Поддержала нас, да? А вот эти да. Вот сколько? Вот посмотри. Чтобы вы выбрали, народ, чтобы вы выбрали. Даже лезь, Наташа трусы выбирает, да? А ну вот эти вот сколько? Дивись. Вот эти, ага. Ну прикольные. Но они, по-моему, искусственные. 75. Ой, ёха. До свидания. 75 это дорого, реально. А что с ними такое? 5 трусов 75, бразилия. Это я вот такие. А они люблю. Как искусственные, они не это, а это синтетика, слушай. Это не хлопок. Ну, тем более фигня. А, микрофибра вис, лейс. Что такое лейс? Лейс, что-то знакомое. А, и тем напишем более это бразилиан, это не хайк, вот это лейс. Еще треба все знать. Ну, добре. Твой выбор. Да, левая твоя рука. Отлично. Да, прекрасный выбор. Вот, Наташа, расскажи. Я схватила там продавщицу и спрашиваю, а где это, где у вас скидки, когда будут? Я говорю, так, мадам, у нас есть скидки, и ведет меня в детский отдел. В детском отделе, нормально? Что я говорю, в детский отдел? Я сюда никогда не так захожу. Вот покажи, что ты уже взяла. Вот такие уже... Ну, правда, цвет, я не знаю, 29. Бразилиан, извините, 29. Это я нашу такие труселясы. 29-то можно взять. Вот это за 9. За 9 дирхам Mark & Spencer, ну я извиняюсь, вообще круто. Ну это стринги, да, ну это 65, правда. Но все, что скидки, там нету скидки на бра. Там скидки на... Идем посмотрим, что еще есть. Это, конечно, дорогущие. Это по 119. По 119 одна штука? Да, но были они, по-моему... Не, вот 99. А было 139. Мне сапожки нравятся вот эти. Это вообще бомба. Милота какая. Ну, вот. Детские. Вообще. Ну, давай по это, поищем, да? Ну, будет? Давай сейчас. Вот смотрите, как оно бывает. В детском отделе. Ну, реально, это ребята. Реально. Если девочка не показала, мы в жизни не дошли. Смотри, ну, знаешь, а вот смотри, вот за 19, а были 109. Ничего так цена, народ, 109, а сейчас 19. Это лифчики, что ли? Да, но это или такое... Или какой-то спортивный такой? Нет, нет, это лифчики, но это, знаешь, такое, надо иметь такую форму груди. Это такая наполненная грудь. Ну, вот твой милый лайфхак снова. Слушай, надо... Ищите еще... в детском отделе. Давай. Короче, пойдем посмотрим. Спрашивайте. Ну вот, смотрите, два лифчика за 49. А, вот синенький, да, и беленький. А были 139. Ну, вот такая вот подсказочка небольшая.
У меня тоже есть. Там 45 висят, вот такого цвета. Ну да, тут 29, не знаю, почему это странно. Я не люблю вообще, что происходит. Что, довольна? Вот народ выбирал себе за 29 бразильские или за 35 эти бразильские, высокие бразилиан. Ножки. Дайте вот возьму, потому что цвет симпатичный. А ну не махай. Давай посмотрим, что тут. Морячок. Непонятно что. Непонятно, коралловая, что? Желтая и... О, лимончик. 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 Так вот возьму эти возьмешь, да? Лимончиком, да. Так что труселями запаслись, на год хватит. Ну супер. Боже, як тобі гарно. Боже. Про а чого ти знову не свій розмір взяла? Що це за новий раз? Ні. Щоб перевесняла то. А тобі подобається це? А ну випрям спину. Що це таке? Випрям. Тоже мені що, голкіпер. Смотрите, стою на ногах уже практично. Правда, в джинси ти не змогла сьогодні влізти. Так, джинси, ребята, коліна ще розпухше. Ні, ну візьми свій, да, візьми свій розмір. О, візьми отой пісочно-оранжевий. Оцей от, да, ні? Зверху? Ну, блін. Зараз. Давай это, переодягайся. Я объявлю, подождите. Цена 129. А это чистая синтетика? Это Lefties. Было видео, как мы в Дубае, мол, Lefties покупали. А Наташа оранжевую рубашечку. Прикольная, кстати, сейчас. А вот, смотри, вот по пиджачкам посмотри. По 129 всего офисные работники. Тебе ж надо... Какие ручки есть? Какие ты взяла? Восьмерку тебе надо, мабуть. Ты ж, наверное, 24... А, хотя я не знаю, какие тут размеры. А я думаю, это самый маленький висит. Да ты шо? Вот, вот это... Ну да. Так самый маленький висел. Чекай, ты вот это сверху надягла? Да. О боже. Не было времени снимать. На море тебе... холодно. Повторяю, скандеры и вот это как бы дует. Вот теперь. Нет, это маловато. А хотя же ты на эту. XS-очка. А ну повернись. Что-то мне не подобается. Ты знаешь, я, в принципе, идут только спортивные вещи. Ты знаешь, ты как это, с рынка еще семки тебе дать, и все нормально. Я тема... из 90-х. Лук... Из далеких 90-х. Лук завершу. Где и прошло мое детство. Ну да. Так, я что-то там увидела, дальше пойду посмотрю. Это мы сейчас в Баваде Моле. Смотрите, как красиво сделали. Вот Наташа с покупками, Марк энд Спенсер, эти вот обложечки. А какая красота, смотрите. Вот это сделали, я понимаю. Класс. У-у-у, как красиво вообще вот. А ты? Это, а смотрите, ну сейчас июнь месяц. А, плейзон. Мы такие думаем, тю, типа Новый год людей еще. В смысле, а чем там тебя? Полиэстером забрасывают? Не знаю. Какая красота все-таки. Да, я тебя еще поснимаю на это. Вообще класс. Ну да, ближе подойду. Это вот плиточка. Ну, это не плитка, красота. Это ну да, это пленка, типа плиточка. Да, это класс. Просто... Цветочки. Понятное дело, искусственные. Ну классно, ну красиво сделано. Так. Чудо, ох. Понятное дело. Могли бы тут прямо розовый сад. Душевно.